Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 в кино. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 в кино. Федя, давай. Эх, Левашенька. Ну что, может, сядем? Сядем. Федя. Я работаю отлично, примирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на раз. Ах, без вас я как без сердца, жить не в состоянии. Эх, Любашенька, душа моя сейчас, она вроде вот этого баяна, которая, Федя, ну, Федя. И гудят, Любашенька, во мне чувства, как все равно провода высокого давления. Хорошая. Коль, а вот отчего это, скажи? Вот когда ты песни складываешь или играешь, вот и умным кажется, и красивым, и даже блондином. Да. А вот как заговоришь, вот что-то не... Ну да, ну так, так все наоборот, да? Экс. Спой лучше, а? Ну да, спой. Спой, чтобы опять вот таких вот мошек глотать, да? А ты пой и молчи, не говори ничего. Левашенька, ну а если чувства мои никак во мне не умещаются? Эх, Левашенька, смотри. Ах, день-то какой, смотри, а? Он так и располагает для хорошего разговора. Ну, ну что? Ну что, может, станцуем? Станцуем. Сейчас, давай. Ну, по крайней мере, вопрос задать можно? Глупый нельзя. Вот скажи, вот... Нравится тебе вообще какой-нибудь парень, а? Не. Обожди, Федя, опять стоп, минуту. Что? Интересный факт, смотрю. Да, но ведь, а когда-нибудь ведь он все-таки же понравится, да? Ясно. Федя, давай. А какой? А чего ты себя так высоко ценишь-то? А чего это мне тебя низко ценить? Плохая скажешь, да? Ну-ка. Будьте спокойны, цену себе знаем. Ну, это, между прочим, базарный разговор, между прочим. Стоп, да не на деньги счет-то. А на что? А на то, чтобы я своим парнем гордилась. Раз. Авторитетный, чтоб был для всех, два. Культурный, три. Симпатичный, пять. Здоровый, шесть. Хорошо, чтоб зарабатывал, семь. Тивун, восемь, плесун, девять. Любашенька, Любашенька, так ведь это же мой точный портрет. Ох, что? Ну, конечно, тивун, плесун, симпатичный, красивый. Ты красивый, ой, держите меня красивым. Культурный. И авторитетный.
Авторитетный. Спасибо, Федя. Федя, давай. Но про новые рубахи и костюм, что в праздник шил, мне районный парикмахер комплименты говорил. Ничего не жаль для милой, и для друга ничего. Для чего ж ходить по мимо, мимо взгляда моего? А вы все любви к этому чистым и чистым, или я в масштабах ваших?